Сотрудники госавтоинспекции вновь провели профилактическую акцию «Безопасный двор». Дорожные полицейские побеседовали с родителями, гуляющими вместе с детьми, и напомнили о необходимости постоянного контроля за поведением малышей во время прогулок. Даже рядом с домом могут подстерегать опасности. Зачастую дети выбегают из-за стоящих автомашин на проезжую часть. Родители попросили всегда быть рядом с ребенком. В завершение акции взрослым и детям вручили памятки и световозвращающие браслеты.